Еще одна важная, конечно, статистическая выкладка заключается в том, что Стеф Карри. Замен у обеих команд пока не наблюдается. Карри против Тони Паркера. Свободная треха достаточно. Не точно. На подборе, правда, Брэндон Раш, и у него свободная треха. Карри он тоже не забивает. Внизу Бориса Диао. Пытается улететь от Дэнни Грина. Сожрал, да, это из-под кольца. Но опять же Ламаркус после этого. Ламаркус совсем другой Ламаркус, да, конечно. Сейчас Карри сам оформит через Дэнни Грина. Блокшот получает в лоб. Сохраняет, правда, для своей команды мяч. Вдвоем висят на нем. У него сумасшедший, конечно, дриблинг. Его вообще нельзя остановить. И он скидывает там Режауна, правда, Андерсон совсем недавно. Готов к Дженобили. Так, с Карри из-за дуги. Опять мимо. Счета. Стартовая пятерка. Все активно меняются против Карри. Постоянно. И, в общем-то, все. И даже большие. Ну вот против. Если бы он оказался в любой другой команде НБА, мне кажется, сложно. Что, было, было, было бы не так совершенно весело. Здорово защищается Джинобили. Ну вот хорошее решение принимает. Здорово защищается Джинобили. Говоришь, в тот момент, когда он отлетает примерно. Да, Карри пытается любым способом выйти, опять же, вот помочь своей команде. Да, мне это не потому, что это его личная статистика, конечно, а просто потому, что без него. Другая команда. Без этого. Ну и, кстати, Клей Томпсон тоже. Скажи, пожалуйста, как не, ну, как бы, знаешь, как бы, когда не попадает Карри, мы не удивляемся тому, что не попадает Клей Томпсон. Потому что очень часто, если не попадает Карри, то на Клея гораздо более серьезная опека применяется. 3 из 9 у Клея. Вот сейчас-то нет. Вот Карри не попадает не просто сам по себе, а потому что, да, ну и каким образом. То есть надо сейчас, наверное, повнимательнее посмотреть. В данный конкретный момент, по-моему, Клея нет на площадке, да? А так вот. По-моему, он почему? Был. Вот, ну вот мне то, вот я просто сейчас смотри, вот здесь, да, ну четыре человека кто там, в кадре, да. Кто там, да, он пятый. Эх, ничего себе, ну. 3 секунды, Карри сейчас может забить, он же всегда отсюда может забить. Нет. Ну, смотри, устал. Вот он, у него уже не было ног к этому моменту. И чего, они много проигрывают в гостях Сан-Антонио? Нет, 6 очков. Для них это 2 трешки, для них это 30 секунд. Ну, в общем-то, да, Golden State не та команда, которую, наверное, можно уничтожить в первой половине. То есть, ну, может ли быть матч, в котором Стеф Карри не забьет ни одного 3-очкового? Ну, ничего себе, какое количество красных крестиков. Да, всего 2 попадания у Карри и 8 промахов. Что интересно, Тони Паркер защищался в 60% владений, да, 16-минут Карри. Обе передачи были из краски и в краску такие. Карри. Изнутри там все. Карри разгоняется. Нет. И залезает под Бориса Диао. Ой-ой-ой, Борис, да ладно, Борис, забыла защищаться. И Карри говорит, засчитайте мне эти 2 очка. И не готовы судьи. Говорят, эй, вы что? Но он сейчас был на втором шаге. 60%. Карри. Карри с левой руки. Все-таки в поле с Карри рядом. И против него Ламаркус. Это для Карри не то, что подарок, смотри, но как шанс. Они много гоняют мяч без тоже, да, вот, вот только сейчас дошло. И... Воу! Он это, конечно, умеет делать. Первая трешка, серия продолжается. И... Наверное, нужно научиться, да, да. Нужно, наверное, научиться выбирать момент. Ух ты! Дэнни Грин заблокировал Карри попаданием Паркера. И затем Карри попадает под блокшот от Дэнни Грина. Смотрим повтор. Он легко уходит на первом шаге от Ламаркуса, облетает Паркера и... Чисто? Да. Ой-ой-ой. При этом опять подбор был очень даже вероятен за Сан-Антонио здесь. И вот опять же, да, вот, вот вроде смотрим когда матч. Вот реально решается судьба. Либо ты заканчиваешь сезон, либо ты идешь дальше. И Сан-Антонио, вот, вот да, я Антонио, это была веселая философия, которая раскрыла перед нами талант. Карри появился, он отдыхал очень долго. Карри 3, тяжелейшие. Что, без, либо, без его трешки не обойдется в этом потенциальном камбэке. С 8 метров. Сиди, снова Клей. И Карри 1. Да. Поднимает воздух Кавая. Сидит. Мимо. Сидит сегодня кто-то другой. Кто-то другой. Ты сегодня сидишь. Карри сегодня... У него сегодня были вот в броски в основном те, которые он привык исполнять. То есть он такие забивает с процентом 45%. Да, то есть 17 бросков он все-таки совершил, это, конечно. Последний бросок, Карри, вторая трешка, и уже все. Ну, даже это не залетает. 1-12. 1-12 вот Карри выбрасывает. Ну что, Попович вложил в эту победу все силы. Все, что у него было, все, что было у его команды, все, что понадобилось. Все он применил. Не, ну я думаю, что что-нибудь там еще да осталось, да? Ты понимаешь, вот они и сейчас, конечно, я представляю, как подкалывает он сейчас Стива Кера.